Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Разберем с вами тему, как отказаться от кредита в Сбербанк онлайн. Отказаться от кредита можно до того, как вы подписали договор. А если это было в бумажной форме, и до того, как вы подтвердили согласие на получение кредита в электронной форме. Если вам одобрили заявку, то она у вас будет находиться в приложении Сбербанк онлайн, да и как в принципе в личном кабинете, как одобренная заявка, но не оформленный кредит. И у вас есть 30 дней для того, чтобы подумать, стоит вам брать этот кредит, либо же не стоит. Если вы в течение этого периода времени решили, что данный кредит вам не нужен, вы можете отказаться от него. Отказаться можно двумя способами, либо через личный кабинет, либо же просто не выполнять никаких действий, и по истечении 30 дней данная заявка сама будет аннулирована. Но если вы решите сделать это через Сбербанк онлайн, то давайте перейдем в данное приложение и посмотрим, как же это можно сделать. Для начала нужно войти в Сбербанк онлайн. Войти можно по логину и паролю. А если забыли, то можно нажать «Не могу войти». И там будет возможность войти по номеру телефона. После этого нужно перейти в раздел «Кредиты», либо у вас будет уже действующий кредит, либо если вы только собираетесь его оформить, то выбирайте кредит, который вам нужен. Если вы будете оформлять, то нужно заполнить все данные, которые вам предоставляются банком, прежде чем получить какое-то решение от банка. После заполненных данных ваша заявка отправляется на рассмотрение и ожидается решение банка. После того, как заявка одобрена, у вас будет написан период, до которого она действительна и можно ее получить. Если вам получать ее не надо, то нужно нажать на «Заявка на потребительский кредит». Далее высветится вот такое окно, в котором нужно нажать «Отмена кредита». И тогда заявка будет отменена и отправлена в банк как отрицательная. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, и всем до новых встреч. Пока-пока!